Диждроп Scrub Buds – металлические губки. Каждая отдельная губка состоит из одной прочной нити из нержавеющей стали без острых концов, что защищает ваши руки от занос и порезов. Благодаря своей структуре губки не царапают изделия из стекла. Данная демонстрация показывает способности Диждроп Scrub Buds бережно очищать ваши кастрюли и сковороды, не оставляя царапин. Необходимые материалы. Пара женских нейлоновых гольфов. Наденьте на руку гольф. Проведите по нему вверх и вниз Диждроп Scrub Buds металлической губкой. Диждроп Scrub Buds металлическая губка сплетена из одной прочной нити из нержавеющей стали без острых концов, таким образом, что если в течение минуты непрерывно проводить по нейлоновому гольфу такой губкой, то он останется таким же гладким, без затяжек. Срок службы этих губок в 4 раза дольше, чем у обычных металлических губок. К тому же металлические губки Диждроп Scrub Buds не ржавеют. Результаты. Диждроп Scrub Buds металлические губки очищают самые стойкие пятна, при этом очень бережно обращаются с вашими кастрюлями и сковородками, мелкой посудой, столовыми приборами и подходят даже для мытья овощей. Диждропс – концентрированная жидкость для мытья посуды. Данная демонстрация показывает степень концентрации Диждропс – концентрированной жидкости для мытья посуды. Необходимые материалы. Большая коктейльная трубочка. Стеклянный чистый стакан для воды среднего размера. Водопроводная вода. Диждропс – концентрированная жидкость для мытья посуды. Поднос большого размера. Заполните стакан водой наполовину. Опустите трубочку в стакан с водой. Выпустите воздух в трубочку, чтобы на воде образовались пузырьки и стало понятно, что в стакан налита только вода. Снимите крышечку с упаковки Диждроп с концентрированной жидкости для мытья посуды и налейте в крышечку немного средства. Окуните одну сторону трубочки в крышку и покажите, что на трубочке осталось совсем немного средства. Далее опустите сторону трубочки со средством в воду. Поставьте под стакан поднос и выпустите воздух в стакан. Появятся мыльные пузырьки. Продолжайте дуть в трубочку. Пузырьков будет образовываться очень много, и из стакана пена будет вытекать на поднос. Продолжайте до тех пор, пока поднос не заполнится пеной. Это очень привлекательное зрелище. Результаты. Обильная пена, образовавшаяся в стакане, наглядно показала степень концентрации Диждропс концентрированной жидкости для мытья посуды. При этом пена будет заполнять поднос все время, пока вы не перестанете дуть в трубочку. Диждропс – концентрированная жидкость для мытья посуды. Сильнодействующая концентрированная формула жидкости, обладающая приятным ароматом, растворяет жиры и разрушает засохшие остатки пищи с помощью пенного состава, который исключительно легко смывается. Данная демонстрация показывает степень концентрации Диждропс – концентрированной жидкости для мытья посуды. Необходимые материалы. 2 чистых стакана, растительное масло, 3 пипетки, 2 синтетические губки, 2 большие ложки, вода, Диждропс – раствор, разведенный в пропорции 1 часть продукта на 5 частей воды. Конкурентный продукт для мытья посуды – так называемый продукт А. Положите на стол 2 ложки и добавьте по несколько капель растительного масла в каждую из ложек, используя для этого пипетку. Налейте несколько капель продукта А в ложку, используя для этого чистую пипетку. Добавьте несколько капель Диждропс, раствор 1:5, в другую ложку. Используя одну из губок, смешайте в ложке продукт А и масло. Перемешайте Диждропс, концентрированную жидкость для мытья посуды, и масло тем же самым способом, при этом используя чистую губку. Одновременно опустите ложки в отдельные сосуды. Спустя несколько секунд одновременно выньте обе ложки.
вы увидите, что большая часть смеси масла и диш-дропс уже смыта, в то время как смесь из продукта конкурента А и масла еще осталась. Одновременно опустите в сосуды 2 ложки и помешайте. Диш-дропс, концентрированная жидкость для мытья посуды, проникает сквозь плотные жирные загрязнения от пищи, что делает мытье посуды чрезвычайно быстрым.